Матвей, с победой. Расскажи нам, когда ты узнал, что сыграешь в этом матче? Накануне узнал. Твои эмоции? Ну, я был рад вернуться, потому что я уже говорил, что это была одна из моих целей после прошедших матчей, которые я играл. Последний матч был с Данией. Он получился не совсем удачным, мы проиграли. И мне очень понравилась эта атмосфера, которая была на стадионе, в команде. И уровень футбола, конечно же, очень высокий и очень отличается. И моя цель была вернуться сюда, и мне здесь нравится. Оцени сегодняшнюю сложность матча, вот именно для тебя, по 10-бальной шкале. Ну, наверное, были и тяжелее матчи, но я не могу назвать его легким. Наверное, ну, выше среднего был. Вот в первом тайме был момент, когда тебя ударили в девятку. Ты видел удар, там, контролировал ситуацию? Ну, я видел удар, и, ну, я думаю, что получилось отразить только потому, что я успел подготовиться к этому удару и сделал все правильно, наверное, поэтому и получилось его отбить. Наверное, самый сложный был удар во втором тайме. Не обошлось без доли везения, когда в упор был удар? Да, безусловно. Если честно, надо посмотреть, потому что я так и не понял, как он не залетел в ворота, потому что я уже думал, что, ну, мяч, получается, меня прошел уже и был сзади меня, и мне повезло просто, что он отскочил в сторону. Ну, сегодня, конечно, и защита, и вообще все игроки были на высоте. Ну, как ты думаешь, почему такой сложный матч получился? Все-таки дома играли. Ну, безусловно, дома, но в каждом матче уже идет турнир, и все понимают, что им где-то нужно выигрывать, сколько им примерно нужно очков для выхода. Я думаю, что сегодня соперник был настроен на победу и легко отдавать очки нам не собирался, что мы увидели. И я горд, еще раз скажу, горд за команду, что в таком сложном матче, сложен как физически, так и психологически, мы дожали и получили победу, свои 3 очка.